Здравствуйте, 18 октября, третий лунный день. День с Божьей немой, хозяином великолепия и благоденствия. И с Дашей немой, хозяином мира и счастья. День благоприятен для осуществления всех важных и благородных дел. День благоприятен для людей, родившихся год тигра, зайца, змеи и курицы. Неблагоприятен годам коровы, драконы и овцы. Стрижка волос к богатству. В этот день в Илгинском дворце Сухорова Даши Немировны. В целях освящения всего на благо и ритуалы джинзрик подношения огню. Удачного вам дня!